Теперь сбьет до осени. Ну и голова. Никто не видел, никто не сообразил. Ну, на то он и гроссмейстер. А тут есть над чем задуматься. Как все-таки очевидно и недостоверно. Мы любители банальные. Там, где мы останавливаемся перед невозможным, мастер делает еще один шаг, и невозможное оказывается возможным. Все равно как в сказке. Нет, только на первый взгляд. В шахматах любое чудо имеет основу. Царство разума, брат. Он сегодня за город собирался с Сережей. А где Сережа? В той комнате. Кого не пускает к себе? Это кто? С завода? Нет, Сережин учитель. Сюда нельзя. Сережа, это я, Павел Максимович. Что ты делаешь? Решаю этюд. Уже решил. Красиво? Очень. Папа говорил, царство разума. Сережа. Сейчас вы скажете, ты теперь мужчина в семье. Зачем? Ты сам это знаешь. Все так говорят. К матери не стоит пойти. Там много народу. Ну и что же? Я не люблю, когда много народу.
Давайте сыграем. Давай. Привет, Хлебников. Привет. Привет, Хлебушек. Из-за чего они дерутся? Из-за кого? Из-за меня. Что ж ты смотришь? А мне нравится, когда парни дерутся. Особенно, если из-за меня. Я бы не стала за тебя драться. Ты мне не нравишься. Не зарывайся, Хлебушек. Так и схлопотать можно. А ты, Орлов, не умнее их. Довольно. Хватит. На еще. Хватит. Да дойди же. Что и требовалось доказать. Дураки. Дай вытру. Обойдусь. Завтра у тебя губа спухнет. Все будут думать, что ты целовался. Всего хорошего. Ну, маму испугаешь. Не мотай головой, ты мне мешаешь. Ты запачкаешь свой платок. Это мое дело. Тем более, ты пострадала из-за меня. Я тебя видела в парке. Там шахматный павильон. Да, верно. Какой у тебя разряд? Первый. Молодец. Только спортом надо заниматься. Зачем? Чтобы морды друг другу бить. Хотя бы. Вот представь, мы с тобой гуляем, а ко мне пьяный пристал. Не представляю, что мы с тобой гуляем. Значит, у тебя нет воображения. До свидания, Хлебушек. Вы мне мешаете. Здравствуй. Я за тобой. За мной? Ну да. Ты занят? Нет, я сейчас. Вы мне мешаете. Ходить ничью. Ну ничего, доигрывай, я подожду. Игру остался.
реванш? Куда вы? Здесь гимнастический зал. Прошу прощения. А я тебя не прощаю. Почему? Потому что я не люблю, когда мне хамят. Я же не нарочно. Тем хуже. Не сердись. И главное, какой противный старик, какой голос скрипучий, старый дятел. Понимаешь, он приходит каждый день, и, по-моему, у него никого нет. Почему ты так думаешь? Он очень следит за собой. Иногда я думаю, в его годы я верно буду таким же. Чудной ты. Почему? Скажи, что тебе сейчас хочется? Пожалуйста, немножечко. Я тебе нравлюсь? Очень. Еще, пожалуйста, покружись. Никогда не будем ссориться больше. Да. Никогда, правда? Да. А ты мог бы бросить шахматы, себе попросила? Ты молчишь? Ты можешь думать. Ты можешь сравнивать меня и эти чурки. Ну зачем же сравнивать? Это смешно. Ну и оставайся со своими деревяшками. Сам ты деревяшка. Лена! Лена! Что ты делаешь? И не подходи ко мне больше, слышишь? Не подходи никогда. А я не смогу видеть тебя и не подходить. Ты меня больше не увидишь. Мы переезжаем. Куда? Адрес неизвестен. Прощай. Что мы делаем сегодня? Есть предложение? У моряков фильм «Корне». Видели? Пойдем в парк, там аттракциончики. И это было. Лучшее решение, самое банальное, вечер танцев. Да, меня окружают люди без фантазии. Будем пить вино на веранде. Будем. Угу. Меня окружают алкоголики. Тебе трудно угодить. Да, мне трудно угодить. Вы как хотите, а я пойду на шахматный сеанс. Вот
сей раз. Мы тебе не товарищи. Нет, это не вариант. Это не пойдет. А вы мне не нужны. Я тебе товарищ. Я тебе товарищ. Молодец, это тебе зачтется. Я не знал, что ты играешь в шахматы. Будешь знать. Симпатичный партнер у меня появился. Очень симпатичный. Берегись, у меня второй разряд. Я знаю только ходы, и все равно ты обречен. Допустим. Но как ты будешь играть с мастером? Что-нибудь придумаем. Юноша, уступите мне, пожалуйста, место. Ну, я вас очень прошу, мне необходимо участвовать в сеансе. Что ты здесь делаешь? Тебе вообще спать пора. Давай. Давай. По местам, по местам. Здравствуйте. На две клетки вперед. Нет, от ферзя. Пешка теперь ладьёй. Смотри, вилка будет. Пешка. Шляпа. Ну вот, теперь можно и присесть. Спасибо. Я предлагаю ничью. Согласен. Может, что значит женщина? А? Скажите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, профессию. А это обязательно? Я бы хотела остаться неизвестной. Я попробую угадать. Вас зовут Елена. Попали. Точно. Елена Донцова, профессия, переводчик. Больше вопросов нет? Сергей Александрович, большое вам спасибо. Здесь 14.50. Спасибо. Вашу подпись, пожалуйста. Неудобно перед твоим другом. Ничей выполнил свою историческую роль. Как? Вышла замуж давно уже. Это хорошо, она привыкла быть чьей. И все-таки я ужасно рада, что мы встретились. Я тоже. Почему ты меня не разыскивал? Не знал, что ты будешь рада. Надо знать. И много времени у тебя отнимает школа? Просто не знаю, как совмещать. И что же, ты бросишь шахматы? Никогда. Если уж отдавать чему-нибудь силы, то будь первым. Ты
Ты все та же. И ты все тот же. Кто знал, что у тебя это перерастет в страсть? За доской я счастлив. Это какой-то придуманный мир. Может быть. Но придуман он хорошо. Играю? Хлебушек, здорово. Орлов? Здравствуй. Ты-то как здесь оказался? Да вот, езжу сеансами. А у тебя как дела? Хлопотно торгую с западным миром. Черт знает, как ты рекомендуешься. Он еще подумает, что ты фарцовщик. Нет уж, я наделен полномочиями. Я вообще, что называется, деловой человек. Работа не в проворот, но я доволен. Дело-то весьма творческое. Ну, здравствуй. Здорово. Здравствуй. Давненько. Ох, как ты подружка. Оставим нивы экспорта и импорта. Мастер обещал нам сегодня показать свое искусство. Не срамись, он же тебя одной левой. Даже повернувшись ко мне спиной. Да ну, ты что, собираешься с ним играть слепую? Да-да. Общество просит. Общество любит аттракционы. Этого не может быть, чтобы он совсем не смотрел. А вы не давайте ему жульничать. Давай. У вас есть еще одна доска? Найдется, что? Будем играть две партии. Сеанс вслепую? Это становится интересным. И обе не глядя, вы видите, что он смеется. О, наш маэстро! Готовы? Готовы! На первой доске Е2, Е4. На второй D2, D4. Е7, Е5. Конь F3. D7, D5. C4. Ладья Елена 1. Король бьет Женя 7. На второй доске мат в два хода. Ладья Федор 7, ферзь бьет H7. Ленка, он гений. Король F8. Там слоном мат в один ход, надо король D6. Он же ладью подставил. Неужели не видит? Видит, видит, не сомневайтесь. Слон бьет Е1. Сережа, ты устал? Ладья бьет Елена 1, шах. Далась ему эта Елена. Он опасный человек, Хлебушек. Темно совсем. Вот и хорошо. Зачем тебе свет нужен? Ты что, слепую не можешь играть? Ну и барышню в гости позвала. Вино ему поставила, он не пьет. А я вообще не пью. Я говорю, барышня. Не трогай, хозяйка помешалась на этих корягах. А если твоя Анюта придет? Я и приду. Ты часто встречаешься с Орловым? Он возникает периодически. Почему ты в горы не пошел? Не люблю большого общества.
Теряешься. Теряюсь. С таким характером чемпионом не станешь. А я не стремлюсь. Почему? Мне бы это мешало, я слишком люблю шахматы. Но ведь шахматы — это борьба, не так ли? Я часто слышу, мир — это борьба, шахматы — это борьба, жизнь — это борьба. Когда люди дерутся, им уже не до истины, важна только победа. Разве не так? Важна только победа. Победа не всегда за тем, кто прав. Ты какой-то абстрактный гуманист. Разве ты не хочешь выиграть? Хочу, конечно, но не любой ценой. Мне однажды Лебедев подставил ферзя, я расстроился больше него. Чудак ты. Была очень интересная партия, но все испортил. Чудак. Поцелуй меня. Я тебя переделаю. Зачем? Иначе пропадешь. Уважаемые невесты и жених, прошу вас пройти в зал. Увы, жених не я. Женится вот этот господин. Уважаемые Елена Андреевна и Сергей Александрович, является ли ваше решение вступить в брак свободным и искренним? Прошу ответить жениха. Да. Невесту? Да. В знак взаимной любви прошу обменяться обручальными кольцами. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Поздравляю вас с законным браком. Спасибо большое. Поздравьте, пожалуйста, друг друга. Поцелуйтесь. Дорогие родители и гости, поздравьте новобрачных. Грузитесь, мы должны обштопать гостей хотя бы на полчаса. Прекрасно. Возьми. Садись. Ну, заводи, заводи. Вот они, места нашего детства. Слезы набегают на мои глаза. Никогда бы не подумала, глядя на вас. Третий дом от угла, я не спутал? Нет, нет, все правильно. Никак не могу найти ключи. Вот это комикс. Что за чушь? Вы поищите получше. Я все время ищу, бесполезно. Может, они в машине? Пойдем посмотрим. Пустота. Полное зеро. Это ужасно. Все ясно. Ты посеял их во дворце. Садись. Поздравляю новобрачных! Ура!
не будет? Зачем? Теперь это не модно. Дорогие супруги, поздравляю вас с законным браком. Будьте счастливы. Уважаемые родители и гости, поздравьте новобрачных. Молодые люди, что вы здесь ищете? Ключи счастья. Прямо не хочется возвращаться домой. Ничего, с каждым может случиться. Мне нельзя было жениться. Не пари, чушь. Вызовем слесаря, откроет в 2 минуты. Я не об этих ключах. Я вообще. Перестань. Сережа, нашел? Ленка, не дури. Что здесь происходит? Жених потерял ключи. Твои не подойдут? Попробуй. Поздравляю. Спасибо. Открыл! Как это вышло? Век мировых стандартов. Леночка, пожалуйста, любите его. Пожалуйста. Ну, не будем оригинальности. Горько. Вера Ивановна. Горько. Ферзь b8 шах, конь, естественно, бьет b8. И ладья d8 мат. Вот так закончилась эта партия. Противниками Морфи были герцог Брауншвейгский и граф Изуар. Кто ныне вспомнил бы эти громкие титулы, если бы не гений, который так блистательно их разгромил? Едет в июне на Мальор. На нее? А гроссмейстер Корчной в июле в Амстердам. Да. А куда поедет мастер Хлебников? А мастер Хлебников поедет завтра на метро играть в городском полуфинале. Пусть он не забывает, что ему достаточно ничьей, чтобы выйти в финал. Он помнит, помнит, помнит. А потом мастер будет играть в чемпионате страны. Ой, хорошо. И там он станет гроссмейстером. Ты искусительница. Я твоя жена. Обещай быть завтра умным, Сережа. От этого очень много зависит. Клянусь. После тура мы у Володи. Ты не забыл? Нет. Там мы отметим твой успех. Как дела у Хлебникова? Времени почти нет. Ну, да ведь осталось 2 хода. А позиция богатая. То
Вот ему ничего предложил, а Хлебников отказался, чудик. Последний же тур. Взял своей полочкой и в финале. У него флажок повис. Что происходит? Видите на часах красную стрелочку? Она уже поднялась и скоро упадет. А надо успеть сделать сороковой ход, пока этого не случилось. Я знаю. Почему он не ходит? Где же это я промедлил? Какая-то странная история. Видно, на 30-м ходу можно было сыграть точнее. Может, споловинить? Нет, обидно. Уверен, что есть выигрыш. Все-таки прекрасная позиция. Что ж такое? Ведь уверен, что есть выигрыш. Назад! Вы просрочили время. В самом деле. Что это с вами? Ничего, просто задумался. Посмотрим партию? Да, конечно. Сережа. Простите. Что же это? Видишь, как ничью надо было соглашаться. Ты же обещал. Там есть выигрыш. Я уверен, что там есть выигрыш. Ты не попал в московский финал. Ты опять за барьером. Опять два года пропали. Дурацкая история. Мы прямо сейчас должны идти к Володе. Я не пойду. Я не пойду. Соберутся известные люди, будут делиться своими успехами. На твоем месте я бы пошел. А ты? Я немного задержусь, мне надо посмотреть партию. До свидания. Кинул фигуру. Нет, да на, Эскидер. Ну что, по-видимому, ничья. Ага. И все-таки так. А я так. И вот так. И вот так. И вот. И вот. И так. И вот. Да, трубы офигели. У тебя дома не лады. А по-твоему, все радости и горести от одних мужиков? А разве нет? Ну, а где наш несравненный маэстро? Маэстро играет. С успехом или без? Он уже замахнулся на шахматную корону. Все успехи у тебя, другим просто ничего не остается. Господи, я не жадный, всем места хватит. Володя, покружи девушку в танце. Вот и Ленка. Ух, здорово. Позвонил Володя, он сказал, что будешь здесь. Так что ты для меня главная приманка. Так ты в Москве? Приехал к вам на недельку. Послезавтра опять за кордон, такое клятое дело. Одна фирма предъявила рекламацию.
Не скучаешь по родным осинам? Скучаю. Когда есть время, а его почти нет. Развлекаешься? Ну, многие считают, что загранработа сплошное развлечение. Мулен Руж, Ля Спиньяль. Все не так, Лен. Да, ты женат, деловой человек? Нашему брату жена положена по штату. Любить ее положено по штату. Желательно. Когда же ты сыграл свою свадьбу? Сразу после твоей. Тебе здесь неуютно. Да. Уйдем отсюда. Только не прощаясь. Вот-вот. Направо. Помню. Когда-нибудь это должно было случиться. Ты умеешь ждать. Слушай, как ты понимаешь, у меня никого. Отлично понимаю. Ты же не дома, в командировку приехал. Едем, Ленушка, едем ко мне. Пойду домой. Ты не думай, я к Сережке очень хорошо отношусь. Конечно. Мы все хорошо относимся друг к другу. Глупо. Не злись. Конечно, надо было мне с тобой поехать, раз уж ты так долго дожидался. Но, боюсь, ты был бы разочарован. У меня такое скверное настроение. До свидания. До свидания. Я позвоню завтра. Телефон тот же? Попробуем. Есть будешь? Не буду. Я хочу лечь.
Лена. Лен. Что тебе? Я, кажется, нашел. Там все-таки был выигрыш. Показать? Потрясающий вариант, Ленка! Нет, я все-таки гений. Это ужасно. Я бессильна с тобой бороться. Лена! Бессильна. Что ты? Я вот тут рылась в твоих шахматных журналах и нашла один, кажется, за 36-й год. Тут некролог, умер какой-то англичанин. Митчелл? Посмотри, как тут напечатано. В 68-м ходу жизни умер мастер Митчелл. Это опечатка. Это страшно! На 68-м ходу. Даже в смерти шахматы его не отпустили. Ну что ж. Это было его дело. Господи, да ведь это же про тебя. Вот так и движется время. Ход за ходом, а ты все там же. В конце таблицы, никто про тебя не знает. Опечатка. Если вся жизнь. Что ты говоришь, Лена? 68-м ходу жизни. На 68-м ходу. Нам мороженое. Сережа. Здравствуй. Павел Максимович? Дорогой. Ну, не очень уж дорогой. Сколько лет не виделись. Да, уж лучше не вспоминать. А чего не заходил? Совсем забыл своего учителя? Да что вы, просто не с чем. Ну, так не бывает. Ты тоже любитель кинохроники. Случайно зашел. А я хожу регулярно. Давай пивка выпьем. Давайте. Два, пожалуйста. И 4 бутерброда. 6. Будь здоров. От меня жена ушла. Кто виноват? Должно быть я. Я стал неудачником. Худшее, что ты мог придумать. К пиву соль нужна. С детских лет мне все внушают, что шахматы, драка, скачки с препятствиями, автомобильные гонки. А я терпеть не могу гонок. Я не люблю, когда друг друга дубасят. Не люблю. Шахматы перестали быть только игрой. Почему? Потому что они маленькая модель жизни. Да-да. Жизни с ее взлетами и падениями, с ее борьбой. По-твоему, это противоестественно. Но с этим ничего не поделаешь. Истина добывается с кровью. Должно быть, мне надо бросить шахматы. Если не можешь иначе брось. За все стоящее надо драться. За победу, за истину, за женщин. Другого не дано.
Сейчас он предложит ничем. Ну и отлично. Выполнишь норму, станешь гроссмейстером. Обидно, уж больно аппетитная позиция. Как участник турнира, я даже за то, чтобы ты рискнул. Но как руководитель нашей маленькой делегации, убедительно прошу, не валяй дурака. Так что ж, согласиться? Жаль. Все это можно взорвать. Пожертвовать надо 5. Открыть диагональ. Позиция чудо. Из тех, что выигрываются с блеском, но и проигрываются с треском. А потом все будут сочувствовать. Жаль, яркий замысел. И станут шептаться за спиной. Талантливый неудачник. А потом просто скажут неудачник. Точнее, короче. Нет, не надо мне ваших сочувствий. Ничья, я гроссмейстер. Да, ничья, я гроссмейстер. Ничья, я гроссмейстер. Вы играете в игрыш? Не обязательно. Рами? Не возражаю. Очень хорошо. Поздравляю. Вы гранд-маэстро. Вы сделали хорошее дело мне и вам. Не жалейте о том. Нашего гроссмейстерского полка прибыло. Поздравляю, Сережа. Спасибо. Ну, молодец. Там же сразу коня на G3 жертвует. Я видел, там G4. Аж 5. А G3 тогда? Аж Король G2. Конь F6, ладья H7. А мата все еще нет. Да должен там быть мат. Приз за красоту гарантирован. Важен был результат. Ничья, которая сделала человека гроссмейстером. Да ладно, будет у меня еще такая позиция. В следующем же турнире. А в следующем турнире результат будет еще более важен. Не-не, я вижу по его лицу, что он теперь будет играть для души. Верно, Сергей? Все верно. Только душа моя хочет попасть в сборную. Такую песенку мы слыхали. Вот наберу и тогда, вот попаду и тогда. Набирают, попадают. А своя игра потеряна.
Цени дружбу. Я покрыл 400 километров, чтобы тебя повидать. Спасибо. Я тронут. Итак, рассказывай. Долгонько не виделись. Ты прости, одно время я думал, что ты прочно застрял в мастерах. Да я и сам так думал. А теперь такие успехи и все подряд. Видишь, я за тобой слежу. Спасибо. Ну, рассказывай, как тебе удалось? Как? Чуть больше воли, больше трезвости, чуть меньше откровенности и много меньше самосожжения. Все правильно. А может и неправильно, играю скучновато. Ты не на эстраде? Я на эстраде. Сюда? Нет. Шеф одной венской фирмы, с которой мы имеем дело. Большой жох. В самом деле? Тут ушами хлопать не рекомендуется. Тут надо... Эх, Серега. Вот я потому и ценю твои шахматы, что в них есть настоящая конкуренция. Ну, конкуренция везде есть. Не скажи. Возьми там живопись, музыку, даже литературу. Не определишь, кто победил, правда? А у тебя все ясно, шах и мат. Так что держись ты за свои фигурки. Ну да ладно. Что у вас с Леной? Мы не живем вместе. Это я знаю. Когда ты виделся с ней в последний раз? С того дня 4 года. 4 года? Ты вспоминаешь когда-нибудь детство? Очень часто. Со мной этого раньше никогда не было. В последнее время сам не знаю почему. Сереж, тебе бы ее повидать. Зачем? Вы не чужие. Я уж теперь и не знаю, кто мы.
Мама. Серёженька. Здравствуй, это я. Прилетела? Можно к тебе? Ну, конечно, милый. А как, по-вашему, Фишера можно победить? Ну, почему же? Он же не заколдованный. Смотрите, кто пришел. Какая умница. И прямо к чаю. Хорошо жить этажом выше, знаешь, когда соседи чай пьют. Ну, какая же вы соседка. Вы своя. Здравствуйте, Одиссей. Я рада вас видеть. Вы вернулись со щитом, а вас шумят, вас славят. Мы здесь тоже за вас подумать болели. Только, я мать гроссмейстера, а в шахматах полный профан. Федя, помоги мне. Сядьте рядом со мной, гордый мужчина. Мне зябко. На улице тепло. Я вообще зяблик. Почему вы такой мрачный, Сережа? Всегда, когда я прихожу, вы становитесь мрачным. Машенька, не расстраивайтесь, к вам это не относится. Ой, Ли. Именно так. У вас такое лицо, словно вы задачу решаете. А разве нет? Беда мне с вами. Простите, Машенька, я сейчас. Федор Матвеевич, пройдите, пожалуйста, к гости. Неудобно, она одна. Мама, скажи, пожалуйста, почему каждый раз, когда я прихожу, ты зовешь Машу? Потому что она милая, славная. Не надо, пожалуйста, я тебя очень прошу, ничего не надо. Что значит ничего? Не надо, не надо заботиться обо мне, надо заботиться о моей судьбе, не надо устраивать мою судьбу, не надо, я прошу. Сереженька, ну что ты в ней нашел? Перестань! Перестань! Не смей так говорить о ней, слышишь? Не смей! Довольно! Довольно, ну довольно, не хочу, пойми, не хочу я. Оставьте вы меня в покое! Прости меня, мама. Не кричи на меня. Не надо. Не надо. Прости. Ну что уж там. Пойдем пить чай. Пойдем. Это я? Вижу. Здравствуй, Сережа. Можно войти? Конечно. Снимай плащ. Будешь ужинать? Хочешь, сделаю яичницу или чаю? Спасибо, не надо. Садись. Далеко я забралась? Порядочно. Зато наш институт рядом.
Ты в бюро информации? Да. Становлюсь мастером технического перевода. Довольно? Да, я живу спокойно. Культурные связи, занятия нарядные, но утомительные. Я устала. Я вообще устала от тебя в том числе. Поговорим о тебе, ты ведь этого хочешь? Почему ты думаешь? Ну, твое имя в центре внимания, ты меня посрамил. Перестань. Почему? Разве ты приехал сюда не на белом коне? Я приехал на электричке. Мне надо уйти, я тебя раздражаю. Прости меня. Что с тобой, Лена? Ты хоть думала обо мне эти годы? Да. Ну и что? Иногда я тебя ненавидела. Вернись ко мне, Лена. Это невозможно. Ты доказал, что можешь обойтись без меня. Я не могу без тебя. Отец Сережи Хлебникова и вернуться к гроссмейстеру Хлебникову. Я дурная женщина, но не настолько. Ты моя женщина. Нет, нет, нет. Последнее время журналисты упрекают вас в излишней осторожности. А раньше вы играли, ну, как бы вам сказать... Более ярко. Ну, более рискованно, что ли. Чем вы это объясните? Не знаю, чем объяснить. Во всяком случае, я думаю об этом. Не знаю. АПН, как, по-вашему, закончится матч? Не знаю. Сергей Хлебников впервые участвует в матчах претендентов. Он один из лучших представителей нашей талантливой молодежи. И мы уверены, что Хлебников достойно продолжит традиции своих старших товарищей. Baltimore Sun, вы женаты? Нет. Ну что ж, мы надеемся, что и Хлебников, и другие наши гроссмейстеры, участвующие в матчах претендентов, приложат все усилия, чтобы вернуть шахматную корону в нашу страну. Разрешите от вашего имени пожелать ему успехов. Первая же результативная партия определит победителя в матче. Когда это произойдет? Может быть, это случится завтра в следующей партии. Так играли Петросян со Спасским не раз. Система прочная, проверенная. Отдохни, я сам подумаю. Я не засну. Поспи полчасика, это необходимо. А если попробовать повеселее? Знаешь, Сережа, завтра без экспериментов. Не бойся, мне кажется, образовали. Пойдем, пройдемся. Не хочу. Тебе надо дышать воздухом. Не пойду. Хочешь, утром в бассейн съездим? Сам съезди. Да кто же из нас играет, я или ты? Подогрей, пожалуйста, кофе. Это ты, Сережа? Ну, говори же. Ты проиграл? Я слушаю. Все будет хорошо, Сережа.
Слушай, Виктор, ты меня прости, я хочу остаться один. Хорошо. До завтра. До завтра. Сережа, только помни, завтра нельзя рисковать. Лучше ничья, а там у тебя будут белые, навалишься. Да возьми ты себя в руки, ты мне 100 раз одно и то же говоришь. Еще раз скажу. Я понятливый, я все понял. Спокойной ночи. Не сердись, спокойной ночи. Сережа, только, пожалуйста, без авантюр. Ну, понимаешь, я и сам бы рад развернуться, заварить кашу, биться насмерть, но завтра. Но завтра. Завтра нельзя. Завтра нельзя, я все понял. Ну, клянись. Да клянусь, клянусь. Ой, комик. Все-таки глупо. Что именно? Глупо, что все зависит от одной партии. Все зависит от одного хода, все. Победа, моя судьба, престиж страны. Нет. Нет, я сам пойду на матч. Have you got an extra ticket? Oh, I'm sorry, I don't have. У вас нет лишнего билетика? Yes. Что вы скажете? Пока все нормально. Что же делать? Мне кажется, разумнее выждать. Угроза сильнее исполнения, так говорил старик из шахматного павильона. Он всегда приходил первым и уходил последним. Больше всего я боялся такой старости. Главное, это инициатива. Сразу и без колебаний Б5. А пешка на А6? Пешку мы отдадим. Чужую отдавать легко. Да надо атаковать на ферзевом фланге. Надо жертвовать, жертвовать. Некорректно. Некорректно. Как же быть-то? Размен, конечно, приведет к быстрой ничье, и Виктор будет доволен, и все будут довольны. Но что-то же должно найтись. Пахнет половинкой. Почему половинка? У черных лучше. Какая батарея по открытой линии? Ну и что прок от этой батареи? Пешку на С7 защищать надо? Надо. Придется играть хоть Б8. А тот ответит слон F1 и разменяет по открытой линии все, что возможно. И все пойдут домой. И все-таки кину я ему эту пешку. Один ход, и уже костер. И кто-то в нем может сгореть. А, в самом деле. И сега каква възможност има? Бели офицер взимат с 7 пешка.
Да, но черната царица дала шах. Это не страшно. Ага. Ладья c3, а4, ферзь c1. Так. Ой, здесь жертва качества есть. Такую позицию надо черными смотреть. Скажите, а вы сами пожертвовали бы пешку? Здесь пресс-бюро определенно пожертвовали. Если белым удастся развязаться по вертикали Е, от атаки черных не останется и следа. Скажите, гроссмейстер, жертва корректна? Это выяснится после партии. Слон h3. Ну вот, новые дрова в топку. Да нет, слона брать нельзя. Тогда ладья g6, и от мата нет защиты. Ладья g1, ферзь e3 и мат. Белые сыграли король g3, черные отошли слоном на f5. Угрозы черных сохраняются. Они хотят сыграть h4 шах, и мат может оказаться неизбежным. Я думаю, что белые сейчас сыграют h2, h4, и попытается спрятать своего короля в угол доски. Ну что ж, теперь можно отыграть пешку. Да еще одну и выиграть. Проверим. Правильно, ладья неуязвима. Вечный шах я имею. Это плохо. Мы сначала лучше отберем на h4, а потом будем меняться. Совсем не дурно для корреспондента. Ну ладно, что ты. Ну, лайми. И лаба нахней. Спасибо. Что-то здесь должно быть. Явно плохо. Вот ничего. О, времени мало. Так, 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 так. Итак, непонятно, что делать. Так, 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 так. Неужели ничья? Может, все-таки проглотить пешечку? Да нет, пешечка-то не очень съедобна. Ладья попадет в окружение. Значит, вечный шах? Пожалуй, это было бы самым практичным решением. А почему же он не ходит? Смешная мысль. Совсем смешная, чего только в голову не лезет. Надо же прийти такой фантазии. О, времени совсем мало. Почему он не ходит? На чего я хочу? Кажется, я становлюсь авантюристом. Я обещал Виктору никаких экспериментов. А может, попробовать, а? Нет. Нет, 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 нелепо. Просто преступно ставить на карту все, чего достиг, чего добился. Он уже в цветноте. Почему же он не ходит? Однажды при мне он забыл про часы. Виктор меня убьет за безумие. Никогда не встретится с чемпионом. Никогда. Время мое уходит, его все меньше. А вдруг это к лучшему? Сколько можно бороться? Нет, нет, нет. Надо решаться. Пора. Или-или. Вот он, тот ход единственный, который решает всю партию, матч, судьбу. Еще не поздно. Еще можно отказаться. Это будет самое умное. Прости меня, Виктор. Простите все. Это сильнее меня. Сильнее. Проигрывает ладью. Или это жертва? Либо это вспышка гениальности, либо сумасшествие. Король бьет h4, ферзь h2 шах, король g5, f6 шах, король бьет f5, король f7. И не видно, как от мата защищаться. Ну, g3. Черным уже, черным надо сдаваться. Не дура. Черные проиграли. Видимо, матч сегодня закончится.
Я же вам говорил, главное это инициатива. А маты нет. Найдется. Где же найдется? А вот когда король дойдет до G5, найдется. F6, ферзь B8. G3 и мата нет. G3-то он и не заметил. Что он делает? Темп теряет. Почему же не ферзь H2? А почему король G3 вышел? Вполне обоснованный ход. Король H5. Конь G6. Но я тебе этого не прощу. Почему? Все было правильно. Ну, а если бы он пошел ферзь d2 вместо h4? Ферзь g1. Ну и ферзь f2. Разве ясно? Конечно, конечно ясно. h4. А я не бью. Я король f4 играю. Ну и что? Ну и что, все равно? Жертва и пешку. Жертва, вы видели, вы? Беру слона. Нет, это была позиционная жертва. И ладья e6. Красиво, не правда ли? Ага. Я еще не согласен, не согласен. Убежим. Разбойник. А у тебя король одиночка. Пижон, ты же зеваешь. Так, нет, нет, другой вариант. Не ладья e6, а g6 и конь f8. Ну, бью на h4. Конь h7, шах.
Ага, король F6, единственный ход. Ну, не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, слон G3 тогда. Ну, слон G3, слушай.